Несмотря на то, что допинг-пробы мексиканца, взятые до и после февральского бейсмака Уильямса Мароя, не показали следов запрещенных препаратов, сообщалось, что экс-чемпион периодически баловался наркотиками. В кулуарах говорили о кокаине. Куадрос временно отстранен за использование запрещенных препаратов. «Ведется расследование», — сказал президент WBC. По информации Fight News, слушание по делу Куадроса было намечено на 25 апреля, а его случай будет рассмотрен комитетом программы «Чистый бокс», совместная программа WBC и WADA. Несмотря на то, что позитивных допинг-проб у бойца не было, сам Куадрос признал имеющуюся проблему и согласился участвовать в реабилитационной программе. Президент WBC пообещал всячески поддерживать бывшего чемпиона. «Мне предстоит самый важный бой в моей жизни. Уверен, одержу победу. За моей спиной мощная поддержка в лицах жены и сына. Я отдаю себе отчет в том, что представляю Мексику на международном уровне. С Божьей помощью я сумею избавиться от своей зависимости. Последние годы я жил словно в аду, но я чемпион. Я справлюсь. Я никогда не применял запрещенных препаратов. Все мои допинг-тесты чистые. Я уважаю спорт, но моя личная жизнь, мои ошибки, все то, что я делал между боями, повлияли на мою карьеру. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Я хочу извиниться перед всеми и попросить дать мне еще один шанс. Последний шанс», — сказал Куадрос.